хорошо, что весь театр был и будет с нами вечно. Всегда готовы утверждать все, что на свете человечно. Здесь все прекрасно. Жесты, маски, костюмы, музыка. Здесь оживают наши сказки, и с ним светлый мир добра. Постой, о чем это ты? Ведь мы же не в театр пришли, а на выпускной вечер. А тебе не кажется, что эти мероприятия очень похожи? Да, действительно, сейчас оживает сказка, о которой мы мечтали долгие 11 лет. А все наши одноклассники вдруг превратились в прекрасных героев. Красивых и, конечно же, положительных. Вот именно. И сейчас нас поздравит человек, которым, безусловно, гордятся. Его любят и уважают все. Дети, учителя, родители. Встречайте, директор гимназии номер 14, Воробьёва Ивана Юрьевича. Уважаемые ребята, давайте поздравим друг друга. Вы прошли сложные испытания на три буквы, которые едины государственные экзамены. Все молодцы, давайте поздравим друг друга. Вот и закончились сотни уроков, закончились шумные перемены. Впереди вас ждет будущее. Но сегодня я не хотел без сложных речей. Хочу попроще вас поздравить. Ребята, я от всех учителей поздравляю вас, что вы заканчиваете 11 классов. Очень хочется, чтобы у вас дальше все получалось. Конечно, будет не без проблем, с которыми вы иногда ко мне приходили, но его еще нет, поэтому сейчас придется проблемы решать самим. Но я желаю, чтобы все проблемы вы решали на раз. Ребята, я еще раз поздравляю, что вы все такие грустные. Я вас поздравляю всей души, ребята, вы огромные молодцы.